Доброго времени суток, кому не все равно. 185 выпуск трезвого взгляда. как могу, объективно оцениваю ситуацию. Стараюсь смотреть на это все со стороны. Ну, какая у меня была позиция, такая у меня она и осталась. Я против всех войн, любая подобная агрессия, которая произошла, я решительно осуждаю и хочу, чтобы быстрее все кончилось. Вчера такое произошло интересное событие, оно связано с тематикой моего канала. Это, ну, как я ее называю, Мариупольская постановка. Ну, как, в каком смысле? Ну, был ли взрыв в Мариуполе? Был. Был ли это работающий роддом с завалами? Детьми, врачами, младенцами, роженицами? Нет, не было. Это мое мнение. Я его обосновал в выпуске без цензуры. 230 выпуск. Там я показал видео, аргументацию свою поставил. Зарегистрируйтесь на Бастионе, кому интересно, кто именно хочет видео мое, именно подтверждение и обоснование посмотреть, смотрите там. Там я во второй части выпуска это подробно разобрал. Я расскажу лишь одно. Есть сообщение в СМИ, конкретно Лента.ру, с рассказами местных, что роддом использовался как дислокация вооруженных сил, либо либо вооруженных сил Украины, ну либо просто каких-то их формирований вооруженных, которые к ВСУ, может быть, не имеют отношения прямого. Но это украинская страна, как бы однозначная, и она не связана с тем, что там Роженицы под завалами оказались. Вот смотрите, 400 с чем-то тысяч Мариуполь, значит, рождаться должно там детей по 20 как минимум за день. Ну, лежат там по 4-5 по дней мамаши. Ну, короче, 100 рожениц должно быть, 100 младенцев. То есть каша просто, все СМИ мира должны были после этого взрыва туда всю свою технику направить, журналистскую. Ничего этого не было, мы видели там, три с половиной женщины в чистенькой одежде, которые выходили. Это очень подозрительные насильщики, Вечно в постановках гражданские носят, перетаскивают людей. В общем, из, есть видео прям изнутри этого роддома, где нет никаких ни трупов, ни завалов. Есть последствия взрыва, это правда. Шарахнули так, что вылетели все окна. Это все было, это не подделаешь. Как бы, плохо ли бомбить гражданские здания? Я считаю, что плохо. Но это военные действия. То есть там, если размещаются огневые точки, они будут рушить эти здания. Потому что они не остановятся, даже не рассчитывайте. Поэтому, ну вот, адекватные украинцы, я думаю, поймут, для чего это делалось. Это разжигание ненависти и вражды между русскими и украинцами, что вот бесчеловечная армия не щадит и младенцев. Ну вот, как-то так. Я, я на это так смотрел. Если у вас мнение другое, вы можете его высказать. Как бы... Ну я, я вот что увидел, то вам и рассказал. А видео, есть видео подтверждение вот этой позиции. Что еще интересно, Россия не собирается больше участвовать в Совете Европы. Это значит, мы смотрим в Азию и, возможно, в будущем принятие всяких законов об отмене моратория на смертную казнь и так далее. Хотя сейчас они не планируют пока, типа. Ну пока он нас не бандустан, да? Пока не планирует. Но скоро, я думаю, запланируют. Что еще интересно, вот я много месяцев рассказывал, как разворачивается ситуация в Австрии с обязательной долбежкой. Они приостановили эту долбежку. И через три месяца будет новое решение принято. Штрафов пока точно не будет. То есть австрийцы отбились. Вот эти вот вопросы, заданные Конституционным судом, видно, свою роль сыграли. Намеченная с 1 марта обязательная долбежка со штрафами отменяется пока. Пока на 3 месяца объявили, отменяется. КФС закроет где-то 70 из 1100 ресторанов в России. Очень жаль, что не 1100. Поясню. Еда в КФС это на дистанции, на большой. Онкология, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания желудочно-кишечного тракта. Важным событием было в том, что присутствие срочников в так называемой военной операции, да, признало вооруженное командование РФ. Оно официально об этом заявило, что по ошибке были задействованы срочники, попавшие в плен. Об этом сообщил Коношенков. Сказали, что накажут всех, кто туда отправил срочников. Ну, в общем, о чем это? Значит, украинская сторона говорила правду, что срочников послали на пушечное мясо. Просто на погибель. Хорошо, что люди успели сдаться. И украинцы их используют теперь в качестве средств пропаганды. Они посылают Путина на корабль, на там славу Украине орут и прочие вещи делают. Ну, то есть, э, зачем это нужно было? Ну, за тем, что в РФ не ценят человеческую жизнь как таковую. Что понятно, что в такой серьезной да, войне нельзя задействовать людей необученных. Они просто будут гибнуть в первые дни военных действий. А... Компания Nestle объявила о прекращении инвестиций на территории России. Что это значит? Это значит, что ядовитое производство Nestle, тоже вызывающее онкологию, вызывающее различные зависимости у людей вкусовые, не будет развиваться. То есть они будут продолжать травить этой продукции, но уже не развивать кучу брендов. Там Nestle это огромная корпорация, там десятки видов продукции производят, Куча заво ну, заводов, в Самаре, например, завод на Нестле стоит, я знаю. Пока он, я так понял, продолжает свою работу. Швейцарский производитель шоколада Линд Шпрюнгли э, принял решение приостановить поставки своих продуктов в Россию. Ну, я говорил, вот понимаете, у санкций мне тут пишут: да ты не понимаешь эта покупательная способность э -э, ухудшится. Вы что, считаете будильника за дураком? Любые вообще экономические ограничения, они бьют по коренному населению. Я категорически против санкций вообще любых, против любой страны, против Ирана, против Северной Кореи, против РФ. Тогда я против этих санкций. Они бьют по населению в первую очередь но так как они, так как модель мира дуальна то есть всегда у любого процесса есть обратная сторона вот я вам показываю вот что есть полезные очень вещи которые происходят ну, вот например вот, однозначно полезное однозначно полезное событие вот Филипп морис прекращает производство и инвестиции в россию. Вернее, сокращает производство и приостанавливает инвестиции. Это значит, что всякие Мальборо, парламенты там и прочая дрянь, ну все вот эти известные бренды, они не будут в том количестве, как раньше производиться, они будут дорожать. Русские будут вынуждены бросать, травиться табачным ядом. Это однозначное зло. Кто-то там рассказывает, что табак от чего-то там защищает. Да я вас умоляю. Это вызывает, во-первых, вот эти вот все бренды, они некачественное сырье используют в России. И то, что на Западе производится и в России, это разное, разного вида отравы. То есть то, что вот за 5 евро немцы покупают табачный яд, это один вид вреда. Там, там хотя бы табак, табак, табак есть. В российских вот этих так называемой продукции его часто вообще нету. Там используется сено там, ну и прочая дрянь. Всякие усилители вкуса, химические вещества, вызывающие страшную зависимость. У нас куча курильщиков, в том числе, я думаю, среди моих зрителей. Вот э, зампред Комитета по охране здоровья Федот Тумусов сказал, что россиян наступает хорошее время, чтобы бросить курить они это делают себе в ущерб. К большому сожалению, в России курящая страна, они большой рынок теряют. Но для нас это очень хорошо. Я надеюсь, что будут меньше курить, потому что табак будет не того качества. Но надо помочь людям разъяснить, что курить вредно. Да все понимают, что курить вредно. Страшная зависимость есть, это раз. Она в основном психологическая, она не физическая. Ведь понимаете, в чем проблема? курением пытаются заткнуть всякие психологические дыры. Ну, во-первых, вот, например, почти все солдаты курят. Ну, это люди с психологическими проблемами, кто там в стрелушке играет. И таких солдат полно в России. Вот он называет цифру 400 тысяч трупов от табачного дыма. Он говорит, что у него у самого умерла мать от рака легких, потому что с пяти лет курила. Брат курил, и его КВ не пощадил. Поэтому, говорит, я жесткий противник курения. Это вот как раз Федот Тумусов. Зампред по охране здоровья. Вот так вот. То есть, даже на официальном уровне говорят, что это нормально. Это, прав, это правильная позиция. Потому что всегда, когда предложение меньше, то и спрос будет падать, в принципе. То есть цена вырастет. А с заростом цены сократится спрос на продукцию. Нужно людям просто альтернативную вещь предложить. Это детские спортивные площадки, развивать инфраструктуру для занятия фитнесом, спортом, развивать индустрию отдыха, кемпинги всякие строить там и так далее. Вот это если будет делаться, то потребность отравлять свой мозг различными ядовитыми веществами наркотиками просто токсинами ну не будет в таком количестве самоубийцы будут это не многих не остановить но это хорошо ну вот компания Браун Форман это виски там Дженниел Дениелс водка Финляндия тоже приостанавливают деятельность, ну, пусть как бы все, надо запрещать вообще, чтобы они не, не, вора, не возвращались на этот рынок я не понимаю, почему это вообще продавалось в, в РФ но это потому, что само население мало волнует путинских чем раньше умираете тем меньше пенсионная нагрузка и меньше хлопот по выплате вам каких-то там средств я это так вижу кто-то может ответить по-другому. Я это вот буду рассказывать, как я это вижу. Премьер-министр Нидерландов заявил, а Нидерланды это тоже очень крупный игрок на рынке скупки российских энергоносителей. Они сказали, мы не готовы отказаться от нефти и газа. Под Харьковом готовится провокация с 80 тоннами аммиака, чтобы обвинить Россию в применении химоружия, заявила Миноборон РФ. Ночью 9 марта на северо-западнее Харьков украинские националисты, как пишет русская пропаганда, ну российская, вы сами понимаете, если пишет российская пропаганда, это не значит, что правда, я поэтому сразу отмечаю. По словам уехавших из Золочева, жители и националисты учат, как правильно действовать в лихим атаке. Это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия. Но вы же сами понимаете, ну какой дурак будет применять химическое оружие, когда много там миллионов людей еще не эвакуировано с мест ведения военных действий. Поэтому это было бы явной провокацией с моей стороны. Ну, как бы я, как я это вижу, что вряд ли бы РФ это планировала. Зеленский подписал закон, разрешающий всем жителям Украины использовать оружие во время военного положения. Ну, я уже показал, как они его используют. Высовывают автоматы из, гражданского, из гражданских автомобилей, угрожают своим же соотечественникам. Это вы можете у меня в выпуске «Без цензуры» посмотреть. К чему может привести массовое применение оружия мирным населением? Ну, с точки зрения во... ведения военных действий, войны, они не будут считаться мирными жителями и будут подлежать либо ликвидации, либо сдаче. Кто в оружии, оружие возьмет в руки. То есть ты, если берешь оружие в руки, ты уже не мирный житель. С другой стороны, если все население Украины вооружено, это тоже не так плохо, потому что сократятся вот эти мародерские налеты, их просто будут, мародеров просто будут убивать. Это из плюсов. То есть, в принципе, если оружие применять как надо, а не поддаваться пропаганде Зеленского, то его можно обратить во благо. Но пока очень спорно, да, мы видим, что куча инцидентов, где дурачу раздали стволы, и они беспредельничают. Дзен ограничит доступ к контенту для иностранных пользователей но Дзен, Яндекс Дзен это предельно зашкварная площадка с цензурой чудовищной еще похуже ютубовской То есть в ютубе можно говорить таким изоповским языком вообще практически любые вещи сейчас а на Дзене нельзя причем там Тупейшая в Яндексе вообще тупорылая техподдержка, которая вот они мне сняли монетизацию. Пишут за клитбейт. У меня предельно релевантные заголовки всегда. Что я в заголовке написал, то у меня и в этом. Я просто дублировал с Ютуба ролики туда, и у меня сняли монетку. На мои вообще запросы. Вы что делаете? Говорит, клитбейт. Я им примеры привел, что они врут Ноль эмоций Жалобы на этих модераторов Не взымели места Какой я делаю вывод? Ну, это не площадка, где невозможно высказывать свое мнение И если они сейчас ограничат Еще и людям с другу, Из других стран туда То Помойка, короче там, там ничего не найдешь Никакой информации Я вообще дзен как источник информации Практически не использую где-то в каких-то последствиях там укализации какие-то там я редко, редко, редко какие-то я там статьи находил. В основном это просто помойка. Ну и в заключение новость не связанная с военными действиями. Я вам рассказывал, что мужчине пересадили сердце ГМО свиньи. Мужчина прожил два месяца и скончался. Его сын выразил надежду, что его этот, этот опыт поможет продвинуться в подобных пересадках и спасет будущем кому-то жизнью. Не получилось. Так что пока даже такие технологии, ну пока не применяются. Сердце свиньи, ну, не смогло окончательно прижиться, к сожалению, 60 дней жил. Вот такие вещи сегодня я посчитал важными озвучить. Помните, что YouTube могут блокнуть слово VPN. Помните, что потом можно будет через VPN его найти. Сегодня пока живой YouTube. Что хорошо. Пока.